Думаю, уже в традицию вошло, когда на День города выступают богатыри. И мне приятно, как всегда, выступить, тем более на День города 20-19 сентября. Но сегодня будет такая изюминка и, грубо говоря, премьера, такой бенефис. Первый раз в Чернигове будут выступать самые сильные женщины планеты. 5 разів! Все готов! 7 разів! Один. Пять. Хотите попробовать? Нет, что, мужчин нету? Ни одного мужчины здесь нет? За смелый. А сколько там? 50 килограмм. 50? Нормально. Без подготовки, да, конечно, сложновато. Но я думаю, что если там чуть потренироваться, то реально. Ну, конечно, что девушки будет сложнее. Тут без вопросов. В моей жизни было очень много видов спорта. И легкая атлетика прыгала шестом. Потом я перетягивала канат и занималась регби 7. Мы с девчонками выиграли чемпионат Европы. Но вот чемпионкой мира я стала только в стронгвумен. У нас я все-таки все гірше і гірше стає у своєму фізичному стані. Але надіюся, що після таких показових виступів займатися спортом захочуть усі.